Друзья, всем большой привет! С вами Алиса. И сегодня, наконец-то, не будет уже интриги. Мы все знаем, какой приз мы получим. Это наборчик виглов. Эх, давайте уже побыстрее его получать. Не будем ждать. Даже сразу нажимаем поставить. Очень я его ждала, если честно. Вот как Древоуса, так и его очень хотела получить. Там он не один в коллекции, там еще несколько таких подобных монстриков, но, к сожалению, пока их нет в продаже. Как смеешь ты мешать моему циккопскому сну? Никому не нужен одноглазый внушаемый патрульный. Отвожу глаз от преступлений, видлоп. Так, вот он, дракончик у меня есть. И еще вот... Эх, сколько же их, этих бродилочек должно быть? Почему их так мало дают? Достичь... Ага, это у меня есть. Поймать виглопа. Ну вот, похожая ситуация, как у нас с Древоусом. Давайте проверим. Никто ничего не говорит. Ага. Наделять волшебной силой десятилетнего проказника явно было ошибкой. Бард-чародей. Клево, наборчик собран. Хорошо, давайте поймаем виглопа. Тоже по одному разу. Не очень интересно, смотрите, как он кричит. Когда его поймать... Вот, сейчас мы должны увидеть, ага, как он его... как-то волшебно атакует. Ну, в общем-то, такие же самые задания, как мы видели в Древоуса, поэтому давайте пропустим. Пришла пора для того, чем занимаются все копы, возвратившись из патруля. И не имеет значения, циклопы они или нет. Пора бегать от заполнения бумаг, как от чумы. Зачаровать виглопа. Ага, 5, 25. Так, у меня тут не получится пока собрать задание. Все-таки Лиза хочет нам что-то сказать, поэтому давайте. Это наш первый учебный день в Академии магии. Бард, не забудь наточить волшебную палочку и натереть жабу для учителя. Послушай, я, конечно, самый большой фанат магии. Но это же все равно школа, магии или еще какая, но в нее опять придется ходить. Поторопись, Бард, нельзя пропускать инструктаж. Твое будущее определит носок распределения, а еще нам выдадут сов. Я знаю свое будущее, оно грандиозное. Получу, наверное, свою сову и свалю, пока не начались дурацкие уроки заклинаний. Так, этому, да, теперь я смогу забрать. Сколько осталось их расколдовать? Трое. Да, озвучка у Анжелики Баттон, конечно, потрясающая. Я готов за пончик убить, буквально. Просто покажите мне пончик и назовите имя того, кого я должен убить, чтобы его получить. Призвать виглопа. Но я все-таки надеялась, что будет как-то у него поинтереснее анимация. Но будет он бродить, значит, как Древоус. А, кстати, он же тоже какие-то подарочки нам должен принести. Вот сейчас мы узнаем. Не будем мы долго тянуть. Смешной он, конечно, такой смешной. Вот подарочек, да, поставим. У меня такой штучки нету. И конец. Теперь он дрыхнет. Не, ты пока у меня будешь побегать. Побегай давай по городу. А мы возвращаемся к Лизе с Бартом. Есть. Ну, кстати, Лизу-чародейку я давненько получила, но заданий по ней не было.
Возможно, вот она ждала Барта, поскольку, видите, у них совместные задания. Пошли они посещать инструктаж. Почему-то в коричневый домик. Я объединила усилия со всеми книжными червями и трудягами. Теперь жду не дождусь, когда смогу развернуться с ними по полной. Ты куда получил назначение, Барт? Я заработал целых полгода внеклассных занятий. Терпеть не могу, когда школы автоматом и при этом совершенно правильно считают тебя плохим. Это несправедливо. Все было так здорово, мам. Мы научились превращать лягушек в принцев. А потом отучали принцев от поедания насекомых. А потом все вместе обедали. Как здорово, милая. А как прошел твой день, Барт? Отвратительно. Меня заставляют повторно пойти на подготовительные академические курсы. Я даже ни одного заклинания сегодня не наложил. Уверена, что все это делается для того, чтобы обеспечить тебе комфортные условия для обучения. Меня заставляют прописывать алфавит. Даже не волшебный алфавит, а обычный, который АБГЖД. Заставит Лизу-чародейку дирижировать волшебным оркестром, а Барта увиливать от изучения азов. Ну, конечно. О! Класс! Какое классное задание. Вот это Лизе повезло. По сути, ты можешь даже не трогать этот саксофон. И сразу, видите, ну, ты можешь играть не на одном инструменте, а сразу у тебя получается целая песня. Класс. Ну, не зря Лиза такая довольная бегает по городу. Что у нас, Барт? Нет, ушки. У Барта обычная. Ага, свалил он к себе на дерево, понятно. Не могу дождаться урока по экзотическим животным. Мне кажется, нас будут учить усмирять драконий огонь. Сообщи мне, когда твой дракон будет готов поджечь мне жаровню. Я его заберу. Забей, я не выдержу еще один урок по смешиванию эликсиров. Там же сплошные измерения, а я не знаком с имперской системой. Тесты я, конечно, ненавижу, но пора проверить, чему хулиган в моем лице успел научиться. Заставить Лизу-чародейку изучать драконий этикет, а Барта чудом оставить Скиннера без штанов. Как это, наверное, все-таки... анимационное задание будет? Сейчас позырим. Да? И что, Скиннер тут будет, интересно? Куда пошел Барт? Друзья, вы не поверите, но название задания совершенно буквальное. Он оставил его без штанов. Это жесть. Бедненький Скиннер, как он только не позорился, но хорошо, что сейчас никаких учеников нету на территории школы, но это что-то с чем-то. Шли они конкретно к этому зданию, нигде не останавливались, так что задание это будет только возле школы. Класс, вообще. Бедняга. Ладно, давайте не будем его долго позорить. Барт, сию же минуту в мой кабинет. Итак, сейчас яйцеголовый директор изучит меня, исключит меня из школы нормалов. Ввиду твоих выдающихся, пусть и оскорбительных магических способностей,
мы зачисляем тебя на отделение темных искусств. И да смиловится Господь над нашими душами. Это туда, где ученики рисуют обнаженного Вилли? Нет, то отделение закрыли по требованию родителей. Итак, очевидно, у магии есть и темная сторона. И я в ней очень хорош. Даже слышал адресованную мне фразу «Садись спать». И это была не шутка. Лиза, почему бы тебе не взять пример со своего брата? Он сумел стать первым великим ведьмаком в нашей семье. Ну, конечно. Барт оказался гением именно в том, о чем я столько прочла и чем была одержима на протяжении всей своей сознательной жизни. Заставить Барта-чародея злоупотреблять силами, а Лизу отрабатывать заклинания. Ну, подобное задание мы уже не раз видели от всех чародеев, каких получали, от того же единорога, волшебника, фокусника. Тут ты нас, Барт, ничем не удивишь. Но все равно смешно такой в красненьком халатике, деловой. Да, кстати, по поводу этого скина на церковь. Действительно, когда персонажи проходят задание в здании, то здесь горит красный неоновый цвет такой, ну, название. Ну, то же самое абсолютно. Вы как заговорились. Ну, точно, брат и сестра. Нельзя только так по городу ходить с палочкой и отрабатывать заклинания, а то загребут психушечку. Есть. Я получила по метаморфозам 4 с минусом. Разве я недостаточно изменилась? Если ты считаешь, что заслуживаешь 5, так преврати в нее свою отметку. Ты прав, Барт. Хоть это и идет вразрез с моим кодексом чести, я могу превратить свою 4 с минусом в 5. Это не то, что я имел в виду. Погоди, стой! И почему это теперь я из нас двоих умный и ответственный? Мне страшно, мне очень страшно заставить Барта-чародея прокрадываться невидимкой, а Лизу-чародейку попытаться видоизменить 5. Слушайте, какие сложные задания. Прокрадываться невидимкой. Будет наблюдать о том, что творит Лиза. Проклятие! У меня получается только 4 с плюсом. Лиза, пора уходить. Тут невидимый призрак швыряется в меня куриными костями и обзывает меня на весь дом жиртресом. И конец. Какая прелесть. Ну, мне кажется, 4 с плюсом. Это тоже очень круто. Это, ну, та же самая 5 с минусом. Вот, а где 5 с минусом? Там и 5, по сути. Ну, Лиза у нас максималистка, поэтому я не удивляюсь, что она так расстроена. Но ничего. Задание классное, мне понравилось, особенно со Скиннером. И так как Лиза управляла оркестром в воздухе, очень классные задания. Вот на них, конечно, стоит отправлять персонажей в костюмчиках. Ну, а на этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!